Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Анатолий Сунеликов работает капитаном здесь уже 14 лет. Всегда швартовался к причалам в бухте Диомид. Но в последний месяц моряков выгоняют со стоянки. Не дают сойти, чтобы пополнить запас провизии. Запретили даже пользоваться электричеством. Но сама команда вот остается без света. Вот сейчас суда остались без света. Вы видите, вот генераторы работают. Не дай бог что-то случится с пароходом. Не откатать воды, не подать воду для тушения там пожара. Охрана на причале от Нацрепресурса. Журналистов заверили, пользоваться этими причалами запретила прокуратура. 2 года назад их признали аварийными. Только бывший арендатор покидать бухту не торопится. Бизнесмен здесь швартует и ремонтирует траулеры, наплевав на запрет. Вызываются госинспектора портконтроля, на что данный судовладелец реагирует агрессивно, не допуская данных госинспекторов к выполнению своих должностных обязанностей. Ну, такие противоправные действия. Штраф за стоянку у аварийных причалов около 1000 рублей. Их владелец судов оплачивает исправно и продолжает работу. Даже если суда не пускают к причалу, встает на якорь неподалеку. Так уже стоят 2 траулера. Но не пришвартованные по правилам, они могут быть опасны для других пароходов. Стоять у причала, в близости у тебя пароходы, доки, как они говорят. Тем более я знаю, что там полузатопленный док еще есть рядом. Это, ну, он, по-моему, правильно говорит, дунет ветерек, его понесет, и понесет неизвестно куда. Но даже чтобы стоять вблизи причала, заверяют юристы, необходимо иметь соответствующие документы и платить за аренду. Но владелец судов предпочитает стоять бесплатно. По мнению сотрудников транспортной безопасности, сейчас у этих причалов в бухте Диомид незаконно находится 8 судов. Но на этом владелец компании не остановился. Организовал стоянку катеров. Только идут ли от этой деятельности налоги в бюджет, неизвестно. Владелец судов себя виноватым ни в чем не считает. Заверил, причалы – его собственность. Еще 15 лет назад купил их у государства, точнее у Нацрепресурса. Но потом собственность изъяли, по словам бизнесмена, незаконно. Так что причалы покидать он не намерен. И мы по данному причалу судимся. Дело находится в федеральном арбитражном суде. Если, значит, что, еще у нас впереди целая инстанция – Верховный суд. Пока компании делят владения, причалы остаются аварийными. Налоги никто не платит, а рыбаки работают на свой страх и риск. Дарья Орлова, Игорь Лещук, «Панорама».